Приветствую всех на моем канале nicebike.ru. Будет сейчас видео про велосипедные шлемы от компании MAD. Велосипедный шлем в черном цвете уже был на обзоре, а вот сверху стоят два шлема, их вы еще вживую не видели. Есть еще третья модель, черный глянцевый с белым логотипом, это рассвет контрацит, но сейчас ее в наличии нет, как появится, вам тоже ее покажу поближе. Значит, под видео будет ссылочка с описанием на эту продукцию, и также будет ссылка на видео про черный шлем, который я вам уже показывал. Черный модель выпускается в четырех цветах и в трех размерах. Это размер small 50-54 сантиметра, medium средний размер 54-58 сантиметров, и вот эта модель, к примеру, да, это large. Самый большой размер – это шлем, подходящий под объем головы 58-62 сантиметра. Шлем, еще раз повторюсь, имеет регулировку сзади под объем головы. Челюсть у этой модели, у парашюта она несъемная, как у модели MCR. Козырек можно сдвинуть на небольшое расстояние вверх, можно приподнять еще. И мне размер, ну, этот шлем небольшой, это размер элечка, а вот эмочка — это мой размер. Значит, оставляю в сторону и показываю вам шлема поближе. Значит, модель черная с красным, такой черно-красный глянец. Если считать вентиляционные отверстия, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 вентиляционное отверстие. А с внутренней стороны, изнутри можно внутреннюю часть снять. Она состоит из нескольких частей, для того чтобы можно было постирать. Также можно снять с части, которая находится на лбу, она имеет другой цвет, тоже снять, можно постирать потом, приклеить. Спереди есть две металлические решетки. Шлем очень легкий. Шлем предназначен для BMX, для downhill, но так как люди не катаются только на велосипедах, те, кто приобретает этот шлем, из-за того, что у него внутри мало, грубо говоря, тряпочных элементов, этот велосипедный шлем можно также использовать, и использовать люди катаются на гидроциклах, приобретают для того, чтобы кататься на электросамокатах, на моноколесах. Это то, да, с чем я сталкивался при вот продаже вот этих велосипедных шлемов. Цена на велосипедный шлем по сравнению с прошлым годом и с прошлым видео, если вы посмотрите и будет озвучено, цена выросла на чуть-чуть, потому что курс заметно подрос, новые поставки будут уже по другой цене. И физически, что, значит, сейчас я прикину. Да, вот этот шлем сидит поплотнее. У шлема очень хороший угол обзора. Здесь ремешок можно застегнуть. Немножко по-особенному застегивается, но я так пока накинул. Значит, если вам из-за особенности формы лица вам немножко давит на щеки, в комплекте у шлема есть дополнительные накладки меньшего диаметра. Также есть, вот в эту часть вставляется, сейчас покажу, в комплектации
специальная вставочка для того, чтобы вы могли сюда установить экшен камеру. И в комплекте идет транспортировочный чехол. Вот если со стороны посмотреть, шлем также регулируется по объему. Ну вот я бы, наверное, носил, наверное, вот так. При объеме головы 56 сантиметров. Шлем мне этот подходит достаточно хорошо. Сидит, он не дергается. На прыжках у вас козырек вниз не спадает. Вы всегда видите все, что происходит вокруг вас. И опять же, вы защищены от каких-то, ну не от каких-то, а от падений. Шлем хорошо проветривается, в нем голова не потеет даже при интенсивных нагрузках. Ну как, немножко, конечно, потеет, но не так сильно. Если взять шлем и открыть коробку, в которую он поставляется, то в комплекте идет всегда, там есть еще инструкция, в комплекте идет красочный чехол. Чехол с сетчатой областью под нижнюю часть, чтобы выветривалось. Чехол по форме, так, инструкция. Вот такой яркий чехол с логотипом MET. Есть щеки другого диаметра, которые очень хорошо снимаются. Они на липучках. И вы можете поставить диаметр либо потолще, которые идут в комплекте, ну уже установленные, они 3-миллиметровые, толстые подушечки, и подушечки 2-миллиметровые. Если ставим подушки по 2 миллиметра, сейчас я продемонстрирую, секундочку, для того, чтобы их снять, на них есть, и чтобы вы не перепутали, на них есть такие, вот такие петельки, они, да, они должны находиться внизу. И вы смело не перепутаете, если вам нужно быстро переставить. Вот одеваю я щеки здесь потоньше. Регулирую. И теперь мне, у меня щеки не выпирают вот так, да? А шлем сидит. Шлем сидит удобнее. Что еще вам про эти шлемы сказать? Цвета я показал. Здесь трехцветные, он матовый, синий, голубой и черный. В карточке товара, если вы перейдете под видео, есть 3D обзоры, где вы можете шлем покрутить, можете почитать описание, можете подобрать из других шлемов. Full Face у меня модели только две на сайте, это модель вот эта и модель парашют MCR со стёгичным забралом, ну и ценник там плюс 10 тысяч сверху. Порядка 27 тысяч он сейчас стоит. Вот. Все я вам показал. Черный, черно-красный и синий велосипедный шлем. Доступен к заказу. Есть в наличии. Все на этом. 8 минут времени вы мне уделили. Спасибо вам большое за внимание. Все, кто досмотрел видео до этого момента, можете подписаться на канал. Поставить уведомления, чтобы не пропустить выпуск свежих видео. И до скорых встреч. Все, всем пока.